Ахен Имро. Ахнуимогалван Холд. Готовьтесь! Скоро выступим! Вот кого мы дожидались! Здравствуй, Эйвор! Король! Твой стан мог бы поспорить с норвежскими. Много крепких воинов. То плоды твоих трудов. Короли, которым ты помог, прислали нам немало бойцов. Благодарю. Отложим это. Битва ждет. Как скажешь. Твой родич в главном шатре. Я скоро приду туда, и мы обсудим, как быть дальше. А, Эйвор, видишь, я в военном совете Фланна. Неплохо для викинга, а? Он стал тебе доверять? Доверять? Нет. Он подозрителен, но ему нужно войско, так что он меня терпит, хоть и воротит нос. Ну да, викинги воняют. Король, мы готовы нанести Айлиху тяжелый удар. Но враг узнал о нашем приближении и собирает большие силы. Между Ульстером и Конахтом есть замок Кашелор. Возьмем его, вобьем меж ними клин. Кашелор – ключ ко всему северу. Это грозная крепость на крутом утесе. Она должна стать нашей. Но по тем же причинам штурм дорого нам обойдется, мой король. Все потери здесь оправданы. После победы к нам примкнет еще больше людей. Будь осторожен. Честолюбие туманит твой разум. Каков твой совет, Эйвор? Хитрость лучше отваги. Отправьте внутрь лазутчика. Пусть откроет нам ворота. Попробовать стоит. Ты ведь мастер в таких делах, Эйвор. Тебе и быть лазутчиком. Эйвор? Будет интересно. У замка ждет наша лазутчица. Она проводит тебя.
Эту крепость и богам не сокрушить. Нападут, как только увидят. Эй, ты из людей Флана? В этих местах спрашивать о таком опасно. Но да, все так. Как бы мне проникнуть в замок? Одному? Можешь перелезть через стену, но в одиночку так делать глупо. Можно попасть внутрь незаметно? Где-то внизу должен быть проход. Там недавно укрепляли стены. Хитрый викинг наверняка найдет там способ перебраться. Я как раз тот викинг. Пора открыть ворота Флану и его войску. Твой конец! Ah!
Отлично, Эйвор. Кашелор будет нашим. Я буду рядом. Я на тебя надеюсь. Смотри, сбоку! Вперед! Вперед! Спасибо. Помоги-ка открыть! Замок теперь твой! Разгребьте все! Хубуа! Назад, проклятый! Подпишу у нас садим! Come on.
Смотри, сбоку! Вперед, Эйвор! Вперед! Происходит.
Спасибо, Эйвор! Спасибо, Эйвор. Покажи мне все. Сланче! За славную кровавую битву! За Ирландию! Сколь! Еще, мой господин? А где же наш бард? Нужно сложить про эту песню. Эйвор, обязательно поговори с ней. С Киарой? Она здесь? Я приветствовал ее. Она прославит мои деяния по всей Ирландии. Ее песню подхватят в каждой деревне. А ты, Эйвор, поможешь ей сложить эту песню, поведав об отваге моей и моих воинов, что узрел сам. Я ей передам, отважный король. Выпей еще, Барит. Ты заслужил. Ты тоже. Возвращайся, пока торжество не закончилось. Бросился на меня. Не прыщ в глаза, сверкают. Так и было. Я это все видел. Меня из оружия, только палка. Я ею и заслонился. Я хотел помочь, но был слишком далеко. Он это палку одним ударом в щель. И у меня забор. Песня ранит сердце. Это скорбная песня о древнем камне Фаль, который ты видел на коронации. Мне показалось, что он... Легенды гласят, что он принесет горе. Но песня сулит, что он явит много чудес, если Ирландия будет в беде. Думаешь, ее словам можно верить? Не знаю, но ее пела моя мать. А до того мать моей матери, и ее бабка, и прабабка. И так до первой женщины на острове. Эти слова — то, что связывает меня с предками и родной землей. Тебе повезло. Моя родина далеко. Не нужно плыть за море, чтобы видеть перемены. Вот почему я при дворе, хотя я тут вроде ученый козы. Но ты можешь уйти, когда захочешь. И уйду. Но лишь когда Флан будет править всей Ирландией. Он и правда настолько велик? Он понимает, что король должен заботиться обо всех. Сделал язычницу своим бардом. Чтит обычаи. Уважаю твою страсть. Спасибо. Не все проявляют столько же понимания. Мне чрезвычайно многое в тебе нравится, Киара. Согласна, я хороша не только медовым голосом. Или ты о чем-то еще?
О том, что есть одинокий норвежец, который не прочь поддаться чарам одной прекрасной ирландки. Какой ты у нас красноречивый, Эйвор. Может быть, однажды? Понимаю. Чуть не забыл. Флан просит тебя начать слагать песню о нем. Пусть не тревожится. Я все помню. Если песня выйдет столь же чудесной, как та, что ты пела, Флан обретет много друзей. Добрых снов, Эйвор. Увидимся утром. Слан. Добрых снов, Киара. Чудесное утро. Баррет вчера просил зайти к нему. Надо перед ним извиниться. Наше войско отравлено. Семя Локи! Ну же, шлюхин сын! Кто? Вот он, мой король! Тебя нанял Баррет? Это он дал мне яд! Заплатил 7 монет серебром! Ха. Король Дублина! Господин, я... Отравлены одни ирландцы, а вы, даны, пышите здоровьем. Господин. В руках дары, на устах лесть, а на уме измена. Господин, ты знаешь, что это ложь. Даны не жалуют яд, а в Барреде нет коварства. Господин, это он! Говорит, отрави проклятых ирландцев! Смертью мне угрожал! Молчать! Увести его! Нет, 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 я не виноват! Киара... Ты проницательна, и потому стала моей правой рукой. Но Дублинцу я не верю! Господин, я верно служу тебе! Он не лжет, король. Я сказал молчать! Даны часто служат двум господам. Баррет, не покидай стен замка, пока я не решу, как с тобой быть. Сперва мне нужно помочь воинам. Господин, я знаю женщину, способную исцелить что угодно. Да. Она тоже из вашего языческого сборища. Позволь с ней встретиться. Вдруг поможет. Ладно, ступай. Возьми воина для защиты. Я выбираю тебя. Встретимся в конюшне у главных ворот. Баррет, ты должен быть благодарен, что не лишился головы. Я благодарен. Еще как. Идем. Нужно найти Дейрдре. Кто она такая? Друид. И мудра не по годам. Ты готов? Не терпится ее встретить. Бедный Баррет.
Мне очень горько, что Флан мог хоть на миг поверить в его вину. У отравителя было две цели. Ослабить войско и устранить Баррида. Но кто за этим стоит? Воины кашляют кровью. Похоже на яд, что любят друиды из братства детей Дану. Кто они? Христиане пришли к нам не с миром. Многие друиды тогда объединились. Они поклялись уничтожить христиан. Принялись сеять повсюду раздор и смерть. Многие из них тайно живут среди обычных людей. А Дейрдры и остальные? Истинные друиды противостоят детям Дану. Но они разобщены. Потому-то я и мечтаю сделать Флана верховным королем Ирландии. Он победит детей Дану и даст истинным друидам жить спокойно. Расскажи о своей подруге. Дейрдра друид. Я знаю ее много лет. Мы вместе учились. Ты была друидом? Была. В лесах Ирландии скрывается много язычников и друидов. Сюда. Нам надо за реку. Жутковатые места. Не знаю, куда дальше. Езжай вдоль тропы, отмеченной камнями. Глушь. Я... Жилище Дейрдре. Эйвор, она немного... Странная? Да, точно. Странная. Киара, ты наконец-то решила вернуться в лоно лесное. Дейрдре, это Эйвор. Прости, но мы пришли к тебе за помощью. Феам, я видела знаки, но надеялась, что ошиблась. Дети Дану? Да. Люди Фланна кашляют кровью. Ты знаешь, что нужно. Но разве нет другого пути? О чем идет речь? Дети Дану делают этот яд, но также владеют ключом к спасению. Нужен янтарь из смолы их священного дерева. У каждого из детей есть при себе кусок такого янтаря. Стоит его окунуть в кровь владельца, и пробудится заключенная внутри сила. Мрачное дело. Как мне найти этих темных друидов? Один наш друг пытался узнать истинные имена Дану. Он надеялся найти того, кого зовут Крапивником. Но нашего друга убили. Дети Дану очень опасны. Может, что-то найдется в его доме? Он на севере, у торгового поста Порт-Аули, близ устья Балия Садара. Я отыщу крапивника, окуну янтарь в его кровь и вернусь. Да хранят духи твой путь. Что я знаю про это дитя Дану?
Лети, Сюнин. Come on.
Если узнают, пощады не жди. Что ты видишь? Значит, прячешься. Эй, что? Да, больно. Умри. Я
Еще янтарь убить. Отравление устроил некий друид из Туама по имени Бич. Расскажу Дейрдре с Киарой и отдам им янтарь. Я боялась, что тебя уже нет. Я-то есть, а вот крапивник смолк. Пусть кровь крапивника алым молоком прольется в землю и напитает лес. Дай мне его, янтарь. В этом янтаре соки древнего древа, и кровь их пробудила. Гляди, он сделался ярко-красным. Исцеление будет мучительным. Солдаты станут извиваться и молить о смерти. Но скоро поправится. Спасибо, духи земли. Еще я нашел это. Записку? Отравить войско и обвинить Баррида пытался кто-то из друидов по прозвищу Бич. Дом, где скрывается Бич, находится в Туаме. Может быть, там мы разузнаем, кто сделал яд. Надежда есть, хоть и небольшая. Нам надо отправляться. Погоди, лекарство готово. Нужно доставить его как можно скорее. Я узнаю, что это за бич. А ты доставь лекарство в Кашелор. 3-4 капли каждому. Не больше. Спасибо и прощай. Эйвор, встретимся под деревом на выезде из Туама на юг. Бич будет вторым из детей Дану, что ты встретишь. Есть и другие. Принесешь мне их янтарь, я сварю зелье, что наделит тебя силой пылающего солнца. Дай одолеть этого, а потом обдумаю твое предложение. И еще кое-что. Прошу тебя, береги Киару. На нее надвигается тьма.
этом пока закончим. До встречи. Хей! Покупай смело, есть еще. Мудрый выбор. Хочешь купить? Если что, такие еще есть. Больше ничего? Еще увидимся. Все хорошо? Покажи. Больше ничего не желаю? Мне уже пора.